Всем привет! Вот я выбрался на канал, наконец-таки. Сейчас тут порыбачу попробую. Сегодня у нас уже конец августа, по-моему, 25 число. Все, вот уже и лету конец. Последние такие теплые деньки. Сейчас на солнце градусов 40, вообще прям жарюка такая. Вода, кстати, вообще еще теплая. Прям в кайф. Попробую сейчас тут половить, не знаю. В общем, тут, в принципе, так глубоко. Место то, что такое глубокое, вот такие вот тут камыши растут в воде. Так это, душевненько. Мусор, кстати, молодцы, отсюда убрали. Помню, мусор был. Почистили. Вон тут рогатулина стоит. Кто-то тут уже рыбачил, видимо. Ну, попробую я. Иди, сейчас что-нибудь попадется тут у берега. Так, поклевочка. В глубине. Попался даже червяк целый. Да, стал я вытаскивать удочку, уже сидел на крючке. Вот такой вот бычок, да, он как распушился. Вот такой вот маленький бычок. Сейчас мы его тут выпустим. Да, сегодня как-то с рыбалкой не очень, видимо, жарко. О, смотрите, какой хищник. О, он пасть открыл. Во какая. Так, давай, бычок, расти. О, смотрите-ка. Вот он, я его выбросил. Вон он стоит. Так, где он? Вот он, не хочет уплывать. Засранец такой. Сидит на месте. С камнями слился, вообще его даже не видно. Так вот они маскируются. Смотрите, какой судачара попался, а? Крупнее предыдущего. Аж размером, аж целый мизинец, ё-моё. Вот это судачара, да. Везет мне сегодня с рыбалкой, ребят. Чувствую, домой я уйду сегодня с пустым ведром. Да, ничего сегодня путевого поймать не удалось. В общем, буду я собираться. Потому что как-то потихонечку холодать стало, жары такой нету. Пойду-ка я домой. Не знаю, выйдет это видео или нет. Там будет видно. А облака в августе, конечно, это нечто. Особенно на закате.